Всем привет, это обзор комплекта бренда Gucci. Комплект из куртки и полукомбинезона, выполненный из водо- и ветронепродуваемого, но дышащего материала. В куртке 227 грамм утеплителя, в капюшоне и брюках 170 грамм. Подкладка высокотехнологичный флис Cool Quick. В модели также предусмотрена система роста. Искусственный мех на капюшоне можно отстегнуть с помощью молнии. Сам капюшон не отстегивается. Сверху есть водоотражающие элементы и регулировка по объему на липучке. Внутри подкладка из мягкого флиса. Ветрозащитная планка на липучках. Застегивается на молнию. Есть защита от защемления подбородка. Внутри есть петелька и подкладка из приятного флиса. В рукавах подкладка из гладкого полиэстера. Есть внутренний кармашек, а также по низу снегозащитная юбка. Слева на груди светоотражающая эмблема бренда и на левом плече. Эластичные манжеты с прорезью для пальца. Увеличить размер можно, распоров внутренний шов. По бокам есть два кармана на молнии и слева логотип бренда. Низ на эластичной резинке. Сзади внизу еще одна эмблема бренда. На полукомбинезоне регулируемые эластичные лямки. Застегивается на молнию. Внутри подкладка из полиэстера. Есть усиление на коленях и внутренней части. Внутри снегозащитные гетры, а также язычок с липучками. Можно подвернуть низ штанин и закрепить на удобную петельку по росту. Сзади видим эластичный пояс, дополнительное усиление в задней части и на правой штанине светоотражающий логотип бренда. Очень теплый и уютный комплект с системой увеличения роста. Отлично подходит для прогулок и игр на свежем воздухе при температуре от 0 до минус 30 градусов. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Ждем вас в нашем шоуруме и на сайте dinomama.ru.